Так, ладно, ребят, привет всем, кто только подошел, собственно, давайте продолжим. Мэри Скелетер истина, ну и, собственно, финишная прямая вот этой главы. Перед тем, собственно, как мы пойдем посмотрим саму концовку, ну, само собой, так как у нас тут два новых персонажа, и, собственно, Цу и Русалка, ну, появились кое-какие винтики с ними, причем интересный знак, восклицательный. Как я вижу, они в одной комнате. Ну, давайте посмотрим, что тут будет, возможно, что-нибудь интересное сейчас узнаем, нам расскажут. Перед концовкой, перед тем, как они пойдут на поверхность, типа. Цу и Русалка, я уверен, что окружение, в котором они сейчас находятся, отличается от их предыдущего. И им, наверное, нелегко. Не говоря уже о том, что эти двое вообще сейчас живут вместе в одной комнате. Вдвоем. Однако, не стоит быть осторожной, чтобы не сказать, не ляпнуть что-то не к месту. Но, тем не менее, я должен взять инициативу на себя, чтобы спросить их, как они, короче. Кладовки, нормально. Блин, ну я так нервничаю, не могу избавиться от этого чувства. Потому что, блин, в человеческой форме с нею я... Да уж, давненько не говорил. А там кто-то есть? О, Джексон! О, Джексон! О, русалка! Извини, если я помешал вам или... Типа того. Просто я как бы хотел бы узнать, нет ли у вас каких-либо проблем, беспокойств из-за того, что живете в новом окружении. Нет, никаких проблем вообще. Однако, как вовремя, я как раз хотела с тобой поговорить, Джексон, снова. Так что можно сказать, ты очень вовремя. Ну, два раза одно и то же, ну, разными словами, ну ладно. Ну, так, что за разговор? Ну, последние несколько дней я была действительно очень счастлива провести время со всеми друзьями и с... Да, со всеми друзьями кровавыми девами. А, ну и, собственно, с Цутян. И, Джек, ты теперь в человеческой форме, это тоже приятно. Типа, окей. Ну, тут, в этом месте... Точнее, в этом мире я не падал с обрыва. Ну, вот почему я просто хотела еще раз сказать спасибо. Большое тебе спасибо за то, что воскресили меня. Ой, да ладно тебе! Да я ничего такого не сделал. Потому что все кровавые девы тоже этого хотели. Чтобы они старались. Ну, в этом мире единственная из кровавых дев, которые меня знали лично и знали, ну, как бы, до всех этих событий, была лишь сестренка и все.
А про Уцуст Сан там как бы вообще никто не знали. Но в конечном итоге все хорошо, в хорошую сторону двигалось. Так. И все это благодаря тебе, Джек. Потому что если бы, Джек, ты бы не сделал то, что сделал, то я бы сейчас не была бы здесь со всеми друзьями и вот Сутя. И вообще меня здесь не было бы. Поэтому большое тебе спасибо. Да. Но я, честно, очень рад тому, что вы двое снова вместе. Все эти дни, которые мы провели вместе с тобой, Джек, как кошмара, и все, короче, эти изучения и так далее, данжи и так далее, было не впустую. Да. Благодаря тому времени, то, что мы сделали тогда, мы теперь находимся вот здесь. Фу, слава богу. Русалка, как бы, вижу, вообще не изменилась. Ну, читай, а чего ей меняться? Я беспокоился о том, что им довольно тяжело вот в новом окружении, но, по-видимому, у них все хорошо. Джек. Джек. А в чем дело, Цу? Как бы в этот раз, правда, как бы, Слушай, как бы, вот все это время, как бы, мы были все очень занятыми другими мыслями, да и, как бы, я тоже думал о кое-чем другом, и, как бы, прости, что я не сделал это раньше. Спасибо тебе. Я тоже счастлив, что мы все вместе, как бы, снова. Отсюда и в дальнейшем я полагаюсь на тебя. Да, я тоже на тебя полагаюсь. Что за смущенный разговор? Ну ладно. Вы чё покраснели? Вы двое вообще чё покраснели тут, э? Я просто вспомнил те времена, как в форме кошмара я очень много времени провел, как бы. Тогда у меня особо интеллекта не было. Я, как бы, жил в той же самой комнате, что и Цу, как бы. Эй, слушай, прекращай, не нужно говорить об этом. Прости, Цу. Да, все-таки до этого дошли, хорошо. Не зря эти ивенты есть. Ну и что? Там было. Поскольку она была девушка там, все дела, я просто вспомнил очень много моментов, которые сейчас меня, как бы, смущают. И очень сложные чувства, короче, у меня. А, понятно. Ну да, ты в форме кошмара, Джек. Ты... с ног до головы всю Цу увидел, короче, полностью, да? Господи, а она еще давит на все это дело. И чё, Цу-тян, тебя так сильно смущает те времена? Все-таки там было все по-другому, да.
前の世界は全て僕が原因だったんだって思うと、特にジャックには申し訳なくてさ。Ну, насчет предыдущего мира, просто мне действительно очень было жалко Джека, и я не могу его просто где-нибудь одного оставить, поэтому я подумал, что лучше пусть он будет со мной, чем вообще один. А, понятно. Пока не пришла Алиса, правда. Ну, слушай, Цу, я, если честно, как тебе сказал, не держу никаких обид за те времена, если что-то было не то. Как бы, в любом случае, самое важное то, что вот мы сейчас тут все вместе в этом мире, и тут все хорошо. Джексон. Совершенно верно, Цутя. Ты же это сделала и ради меня в каком-то смысле. Так что не нужно беспокоиться. Когда вы двое так говорите, я прямо чувствую себя спасенной. Ну, в любом случае, насчет смущения, что там такого жесткого было-то? Что он там видел такого? Слушайте, вы серьезно хотите покопаться в этом грязном белье? Да! Джак не ва, юмео цзжте боку но кангайте ита кото га барете ита тте ому то хазукаши тте ю ка соно. А, фу ты, я думал насчет то, что типа голый, ну ладно. Короче, Джек увидел как бы мои сны, которые, собственно, касались, которые были странными. Я, бокуно кангае мо канзен ни дадаморе датта тте ю ка соно. Блин. Да нет, как бы я не совсем имел. А, понятно, Джек все-таки не из-за этого смутился. Так, ну если честно, тогда единственные мои мысли, да и сейчас тоже, это защитить Алису. Ну, были. Так что не придавал сильного значения. Однако теперь, когда вспоминаются те моменты, действительно это сильно меня смущает. Так. Да уж, у вас обоих одни и те же беспокойства. Вы прямо как братья. Ну, если вы так говорите, то возможно. Ну да, мы оба имеем одинаковое беспокойство, это правда. Братья, да? Я почему-то чувствую, что это какие-то странные отношения между нами. То, что типа мы братья. Но в любом случае, полагаюсь на тебя, Джек. Да, я тоже полагаюсь на тебя, Цу. Ну что ж, а теперь, чтобы скрепить братские узы, ну, пожмите руки друг другу, что ли? Господи, русалка, хватит! Блин, русалка, топчик. Слушай, Джек, я позже, короче, поговорю с принцессой, так как тут и сейчас просто делай, как она говорит. Короче, что насчет того, что тебя, ну ты прямо принц подкаблучник в каком-то смысле, пытаешься все выполнить своей принцессы. Ну в любом случае. Ой, прости. Это не так. Че, я сейчас все перегнул палку, что ли? Хидасай.
русалка играет с двумя... Ну, как бы... Блин. Не, ну, русалка держит за яйца супа. Ой, блин. Ну, короче, да. Ну, да, вот именно. Кто бы говорил, Джек? Как бы, что это, что вот этот... Они действительно похожи. Чё, всё? Не, не всё. Вот ещё и винтик. Окей, это было забавно. Ну, давайте ещё посмотрим. В смысле ещё? Типа, всё посмотрим. М? Так. Интересно. Че это все решили собраться здесь, в кафетерии? Сореде? Оцу то ниньё тэ сэггоку нака ии кэдо са. Дойю канкэ на ноё? Ну и чё? Вы, русалка и Оцу, вы действительно очень близки друг с другом, верно? Какие отношения вас связывают? Слушай, что важнее, я хотел спросить, я не против, если я буду тебя называть, как и раньше? Ну, конечно, зови меня как хочешь. Унея сама и, короче, как хочешь. Спасибо, Унея-тян. Господи, какая же ты миленькая. Ну, кстати, а ты, Оцу, как меня звала? Акозукин-а. Ну, красная шапочка и... Красную шапочку я звала красную шапочку. Нанда, заннен. Эх, блин, вот отстой. А, Джек! О, Джек! Хонтада! Джек! Кочи-кочи! И правда, Джек, сюда, сюда! Инна таносо да не. Да всем вам весело вижу тут. Има, Оцу-чан то Нингё-чан но ханаши о кикасете мораттеру дэсу. Не? Ну, сейчас у нас тут как бы общение из более, да, типа, более близкое знакомство с Оцу-тян и русалкой. Верно, дорогая сестренка-дюльмовочка? Да. Все-таки эти двое как-то странно близки для нас ощущаются. Да, это действительно все очень интересно. Ты? Ну так что за отношения у вас? Или, ну да, что за отношения, как вы встретились? Как подружились. При первой встрече с нею она мне жизнь спасла. И в тот момент, и с того момента, или в тот момент, я получила самую большую доброту, которую я вообще испытывал в своей жизни. Ну, у меня то же самое. Из-за того, что Оцу-сан тоже была очень добра, когда я была маленькой, я смогла выжить. Тогда ты была кошмаром? Совершенно верно. Если бы я не встретилась с принцессой тогда, то, скорее всего, я бы уже давно была мертва, как кошмар. Как бы, как всегда. Встретились. Окей, так значит, вот, более-менее как бы встретились. Знаете, у вас все-таки странные отношения какие-то.
僕がメルヘンに襲われてるところを姫が助けてくれたんだよ。Ну, видишь ли, сперва принцесса помогла мне в тот момент, когда на меня напали мерхены и избивали. Но тогда я была очень трусливой и принцессе, собственно, и принцесса меня спасла. Однако я боялась испугать ее. Ну, ничего не поделаешь. Зато из-за встречи с тобой, собственно, я не вошла в состояние кровавого безумия, и я вот выжила. Тогда я была совершенно одна, и только с тобой я могла как-то взаимодействовать, даже несмотря на то, что между нами было огромное расстояние. Взаимодействовать? Да, после того, как она меня спасла, я хотела как-то выразить свою благодарность принцессе. Поэтому на месте, где мы встретились, я кое-какую еду поставила. А потом, взамен, я слышала ее пение. К сожалению, это было единственное, что я могла тогда сделать. Так что... Прости меня, то, что я как бы вот, была такой. Ну, ничего не поделаешь. Тогда я тоже была кошмаром же. Пение, да? Это прекрасно. Это действительно нечто очень замечательное. Хотел бы услышать. О, соеба Майк то ярани, Мингюхимену утагой раски много хайте отта на. Ну да, кстати, вспоминая, тут, когда подобрали микрофон, там как раз принцесса русалка пела. Мы немного смогли подслушать. Не, ну история, собственно, вот эта, которую нам рассказывают уже не первый раз, насчет как они встретились, собственно, как, собственно, любовь между Цу и русалкой сделали. Ну, она действительно очень красивая и, блин, замечательная. Прямо вот, когда более-менее тебе ее рассказали полностью, собственно, от начала до конца, ты знаешь, вообще вот сейчас в голове прямо все крутится по нему. Блин, не знаю, мне нравится. Не знаю, как вам, но мне очень понравилось. Хорошо сделали этот момент. Однако Белоснежка не смогла нормально услышать тогда из-за всяких разных, короче, вещей. Но, русалка, у тебя действительно очень прекрасное пение, и может еще как-нибудь. Ну, конечно. Ради пения принцессы, чтобы услышать ее, как бы стоит пожертвовать всем чем угодно. Ну, знаете, я бы тоже хотел послушать. Вот Цу-тян, слушай, не скучай меня тут. И, сестра, слушай, давай как-нибудь в другой раз я все-таки. Блин, ну вот отстой. Кстати говоря, Оцу, а как ты принцем стала?
Ну, кстати, я в этом тоже заинтересована. Ну... Хура-хура, учи на сайю. Давай, давай, расскажи нам. Красная шапочка с самого начала добивалась этого, и вот она. Ну да, мы видели, как она спрашивала, они пытались уйти от этого. Ну, мы... женатая пара. Женатая пара, че? Золушка охренела. Не, ну ее понять можно, я тоже что-то как-то поначалу. Ну, это означает, что мы как бы ладим друг с другом не просто как друзья, но как бы у нас отношения как между, ну, там, мужчиной и женщиной, короче. Блин, нет. В переводе это, учитывая, что это лизби, наверное, будет. Ну, короче, у нас любовь как между мужчиной и женщиной, только у нас между женщиной и женщиной. Как бы, как жена и муж. Ну, короче, у нас довольно глубокие отношения, скажем так. Да, этот момент сложно. Ого, ничего себе, как они... как... кровава? Короче, любовь полноценная. Вот как. Ну, сила любви между этими двумя действительно нечто прекрасное, глубокое видно, как бы. Угу. Значит, все это случилось в предыдущем мире, да? Совершенно верно. Я как бы пожелала, чтобы встретиться с принцессой. Ну и, собственно, я смогла с ней встретиться в том мире и сделала ей предложение. Да, и Оцу-тян как бы пришла и сказала мне: будь моей женой. Ну и тогда я подумал, что типа, окей, тогда получится, учитывая, что мы девушки оба будем невестами. И чтобы не было непонятных моментов, скажем так, насчет двух невест, я сказала ей: слушай, давай ты будешь моим принцем. Так значит, с того момента ты... ну, как бы... в роли принца, да? Ну, Оцу-сан действительно похожа на принца, верно, Джек? Блин, как же это замечательно. Так. Ну да. Но, несмотря ни на что, Цу действительно очень даже женственная. Джак, что ты говоришь? У меня такое есть место? Джек, ты что такое несешь? Ничего подобного во мне нету. Джак, ты знаешь, что ты знаешь, что ты Так, подожди, Джек. Слушай, а насколько у тебя глубокие отношения с Оцу? И насколько хорошо ты ее знаешь, а? Ой, прости, Алис. Ну, как бы... слушай, я же тебе объяснял, это все было в предыдущем мире из-за кое-каких, ну, собственно, обстоятельств. Ну да, точно. Джек в предыдущем мире это был кошмаром и всегда
был рядом с отцу и так далее. Она помогла сильно. Ну, в любом случае, Алиса в том мире, как бы, скажем так, сошла с ума. Чё, правда? Хоть я не знаю, что там было, но прости. Слушай, Алис, не имеет значения, не нужно из-за этого извиняться. В любом случае, приятно, что вот можно с тобой теперь нормально вот так разговаривать. А то, вот сутя. Эй, слушайте, а какими мы вообще все были? Ну, красная шапочка... Ну, сестренка была, ну, как обычно, очень надежным человеком. И как и Цу. Однако, в отличие от Цу Тян, она всегда спешила в опасности. Понятно. Ничуть не изменилось. О, да, сейчас будет веселье. Эй, я не прыгаю всегда в опасности. Ну, Гретел спокойная была. И всегда очень много напутствий и советов давала. У Отцу Тян было очень сильное любопытство и всегда задавала ей вопросы всякие. Вот оно как. Ну а Рапунцель с принцессой всегда там любили сладости поесть. Ну, Рапунцель всегда такая была. Тут ты такая же? Он много точек, как будто там что-то должно быть, но нет, ладно. И или не съела, или не будешь есть, или не хочешь съесть. Ну ладно. Ну а вот Кагуя была невероятной трудягой, которая всегда мне помогала. Понятно. Я, похоже, действительно не особо сильно изменилась. Нет, ты нифига не такая. Окей. Ну, насчет как бы это было хорошо. Окей. Ладно. А Дюймовочка хоть была очень импульсивная, но в чрезвычайно важные моменты всегда очень сильно помогала. Когда тебя хвалят за нечто неизвестное, как-то себя странно чувствуешь. Сейчас, секунду, у меня руки вспотели. Ой. Так, нам нашу дорогую сестренку Дюймовочку всегда можно рассчитывать. Белоснежка очень счастлива. Ну и, конечно же, Белоснежка и Немутян всегда были очень добры к нам тоже. Однако, я рада, что в итоге, что ли,
Да. Что у этих у вас троих всегда были очень дружеские отношения. Ну а то. Нас ничего не разделишь. Ничем не разделишь или что-то подобное. Ну да, конечно. А я какой была? Хамео. Слушай, ты сейчас типа у нас тут король демонов, да? О, вижу, вы поняли. Ну да, я... великий король демонов Хамеру. Понятно. Ты реально ничуть не изменилась. Чего? Что это значит? Ну, Хамел, ты типа была смелым героем и очень надежным человеком. Чего? Я была героем? Ну да, это не разные вещи, это просто противоположности. Да нет, это одно и то же. Это действительно было тем еще удивлением на самом деле. Единственное, что у нее изменилось, это лишь костюм немного. По какой-то причине у меня такое чувство, как будто Цутян меня сейчас только что оскорбила. Ну, Хатян это Хатян, и с тобой всегда приятно пообщаться. Вот как. Ну тогда, няру тогда. А, суеба. А, кстати, тут вспоминая, ну еще одна из... Ну, короче, Хамил, ты там проживала слова, неправильно произносила. А, ну, понятно, ну она ни на чуть не изменилась. Да, ни на чуть не изменилась. Нет. Да, она ни на чуть не меняется, куда бы ты ни пошел. Я так и знала, что из меня тут дуру строят. Так, а еще о ком-то тут мы не рассказали? Обо мне. Я, если честно, нервничаю, я последний как бы. Золушка, ну на самом деле ты нас больше всего удивила тут. Ну да, тут ты действительно очень взрослая, очень. И как бы у тебя ты еще очень стильная. Что это значит? Но Синдерелла из нашего, ну и короче, из того мира, она в молодости вошла в кровавое безумие и исчезла, пропала. И после долгого тела мы наконец-то нашли ее. Однако Золушка у нас, когда мы ее вернули в нормальное состояние, как бы ни на чуть не выросла. Ну да, но я рада, что все было хорошо. Вот как. Ну, раз вы такое типа сделали для меня другую, ну, теперь понятно, почему вы двое типа хорошие друзья. Да, это не совсем так. На самом деле, в каком-то смысле это я виноват за то, что так произошло, из-за моей эгоистичности.
この前も言ったけど、それは違うと思う。So, как и уже было сказано раньше, это не так. あの世界を願わなければ、ツーも人魚姫さんも今ここにいないんだ。Если бы ты не выжелала тот мир, то тебя и принцессы здесь не было бы, Цу. それはツーの勇気と愛が生み出した結果だと思う。Блин, у меня кровь пошла. 全く無駄なんてなかったんだよ。Я думаю, что это результаты твоей смелости и любви, Цу. Так что все это было не впустую, не зазря. Совершенно верно, Цутя. Без того мира нас бы не было здесь, в этом мире. Из носа? Да нет. С руки. С плеча. Я там мне укусил комарчик. Вчера ночью, как бы хрень. А, неважно, прошу прощения, отвлекся. А, поэтому, пожалуйста, не нужно больше себя винить. Ну, я ни черта не понимаю, но как бы. Самое важное, что сейчас я цел и невредимый, и все хорошо, да? Ну да, не важно, что там было со мной в предыдущем мире и так далее, но самое важное, что сейчас все хорошо и остальное не важно. Совершенно верно, так что давай, Цу, улыбнись. Джек. Девочки. Спасибо. Блин, слушайте, ну действительно, да. Без этих ивентов, как бы, все-таки это было бы не концовка все-таки не та была бы. Как бы они, как бы, ну не скажу, что прямо что-то очень важное сюжетное говорят, но как бы. Ну, блин, они именно раскрытие персонажей мира, взаимодействия и как они тут как приживается с этими в этом мире, как бы, блин, действительно важно. И, как мы видим, это еще не все, еще как минимум один есть. Хотя, может, там фото так что-то появилось.